Привет, народ! Сегодня будет обзор на Penny, наверное, 2010 года. В общем, история в том, что это самая первая доска, которая появилась у нас в России. Привез ее Пашка Трифонов сюда. И долгое время, собственно, был единственным, кто их продавал. У меня в руках доска из самой первой партии. Она уже, смотрите, маленькая, заржавела. Но главное, что на ней написано, что она сделана в Австралии. Penny Skateboarding Australia. Science Farrow. На этих досках тогда еще не было чеканки, и просто здесь логотип напечатанный поверх этого. Но на подвеске как бы все присутствует. То есть все элементы, что это Penny, оно здесь есть. Действительно очень старая доска, и еще она светится в темноте. Не знаю, попробую это проверить или нет, но главное, что я попробую на ней сегодня покататься. Так, вы понимаете, что доска не развалилась за столько лет. То есть здесь уже ржавая, все, подшип, вот, болт уже ржавый, да. Вот, ну колеса до сих пор мягенькие, классные. Подшипники, видите, тоже здесь уже такие заржавели. Но все крутится. Все крутится. Все работает. Погнали, покатаем ее немножко. На самом деле, если так уйти глубоко в историю, то получается, сначала ребята из Доктауна катались на очень маленьких досочках, которые, в принципе, очень похожи на Penny. Ну, то, что у меня под ногой. И они пампили эти доски. Сейчас попробуем распампить Penny. Погнали. Так, толчок и погнали пампить. Так, смотри, все происходит на твоих глазах. Ой, камера завалилась, ладно, еще раз. Все на твоих глазах происходит, смотри. Можем добавить немножко стиля и на лайте это сделать. Давай, немножко калифорнийского стиля. Ты понимаешь, что я еду не отталкиваюсь, да? Что там ребята говорили? Surfskate — это доска, на которую можно кататься и не отталкиваясь. Ребята, это пеннибор. Пеннибор подо мной, которому уже много лет я не отталкиваюсь. Ладно, с места, вот прямо с этого момента. Абсолютно согласен, вот с этого растолкать ее сложно. Но если ты... Раз, два, погнали. Ну, типа, вообще изи. Просто на стиле едешь. Коленку можно немножко вниз подавнуть, так и все, кайфуешь, полный кайф. Блин, надо кросс-степ сделать. О! Есть! Давай, последняя нога! О, блин, нет! Слушайте, ну, несмотря на ее очень мелкий размер, она прям устойчивая, я прям, ну, легко на ней стою. То есть, видите, можно на ней там скакать и по городу круизить на ней просто чисто атас. Колесики мягенькие. Вон, видите, колеса большие, и они мягкие. Ну, у меня вон палец. И она реально пампится. А черт убери. У меня это больше обзоров на Penny. Если бы я знал раньше, я бы купил ее для круизинга по городу. На удивление, она просто офигенно устойчивая. Я не знаю, как это сделано, я не знаю, как это работает. Доска предельно просто маленькая. У меня здесь с трудом помещаются ноги. Да, кроссовки я выбрал, конечно же, по цвету этих колесиков сегодня, естественно. Вообще кайф. Я кайфую. Вот сейчас я прям кайфую, прям полный кайф. О, погнали на деревянную волну. Есть. Так, ладно, это было весело. Это было действительно весело. На другую сторону. Так, погнали с нее дропнем. Ну как бы, ну не то чтобы дропнем, да? Мы сейчас попробуем разогнаться вон с того кикера и вот на эту фигуру выйти. Мне ее так и не поймать. А ладно, ты это видел?
чисто рок-ты-фейке на пене. В принципе, это очень близко к первому скейтбордингу, который только-только появился, тогда, когда доски сняли с роликов, с квадров. Кстати, я сейчас покажу вам, на самом деле, те самые ролики, с которых снимали тогда подвески, а то многие не понимают, типа, что за ролики, что за подвески. У меня есть, да, невероятная такая возможность сюда подъехать. Смотрите, вот та самая подвеска от роликов, которые использовали для скейтборда. Видите? Вот, если ее распилить на две части, тот же самый кингпин, те же самые два бушинга. Все, та классика, как мы знаем. Вот, посмотрите на подвеску Penny. Вы можете сравнить и понять, что на самом деле, даже по размеру, она плюс-минус точно такая же. Обзорчик номер один здесь. Черт, вот хейтера ненавижу. I hate you. Привет всем, меня зовут Fatsfat2. Я вам покажу, как надо правильно кататься. О, супер, кстати, он на самом деле лучше здесь в этом, чем я. Сейчас как раз он ворвался в этот кадр. Давай, погнали. Да, его не подхватить, короче, так. Не, можно, все можно. Ну, не можно, да, наверное. Ну, можно. Но если он говорит, что можно, значит можно. Че, он все еще делает кросс-степы? Офигеть. Сейчас, смотри, что происходит. Ё-моё, он сделал это. Ну все. Просто вот так человек ворвался в обзор и просто разнес меня. Смотри сейчас. Подожди, стой. Обзор на гараде. Вот пляшка, подожди. Да, ты смотри, тут лагер. Так, если кто не понял, это, собственно, Паша Трифонов, который привез эти пеньки в свое время. Вот это реально настоящее безумие. Там очень узко, как у моей бывшей. Ладно, воняет, убираю его. Подожди, стой. Ну, ты, так вот. Он говорит, я его убираю. Ты же приехал, покатал Кирилла, который даже не снимал этот обзор, и говорит, я поехал. Так, все, сейчас, секунду. Ты что, сзади цепляешься? Ну поехали. Так, все, это человеческая многоножка. Ё-моё, мы едем! Давай, газка! Все, Кирилл отвалился. Он был слаб. Ух, это был самый крутой обзор на пенни, который я мог снять. А вы хватаете доски, которые у вас есть, вот эти вот роликовые. Ох ты ж, ё-моё, сейчас начнется. Короче, хватайте доски, валите на улицу. Не надо ставить ни лайков, ни подписываться, нифига. Просто катайтесь, кайфуйте и отдыхайте. 61 в ебе говна. Ты что, ты положил на это? Это самый вот мой вираж деревянный, который. Подписывайтесь на его авито. Подписывайтесь на авито. Да это даже. Не... Ставьте нами. Лайки. Свяжи с нами, будь спасибо. Не, я продаю, вот. А, это не он продает. Не подписывайтесь. Вот доска, которая. Это что? Вот вираж. Купить с нами сейчас. А это, так это не твоя доска или что это тебе доска вообще? Ну, это мой бренд, я ее кому-то кстати, продал. Подожди, ты сейчас понимаешь, что происходит? Он, короче, тебе показывает, что на авито можно купить его доску. То есть. Но тебе отчисления не будет, зачем ты тягаешь? Я жду, пока она подешевеет, и купить, может, ее обратно, потому что у меня такой нету больше. Слушай, ладно, я тебя понял. Да, это вот схема. Классно. Офигенно, то есть это выкуп доски через время. То есть вы, если вы купите у него доску, он потом у вас ее выкупит. Да. Пользуйтесь, лайфхак. За 10% от стоимости. Кирилл, слышал, только переосмыслил свою жизнь вообще.
математика, свяжись со мной. Пожалуйста, если там есть кто-то, посчитайте за меня. Насколько это выгодно.